Последняя решающая карта финала европейских квалификаций на StarLadder MBTV Minor. Перед нашими глазами будет уже буквально через несколько минуток. Пятая решающая карта. Наверное, от этих коллективов другого ожидать и не стоило, ну, да? Кто сказал, что будет просто, да. Ты спросил изначально, какие предикции. Я говорю, три карты здесь точно не будет. Да, ребята достойны друг друга. Каждый раз что-то преподносят новое. Есть какие-то заготовочки. Но не в этой игре. В этой игре все по-старому у нас. Ну, уже, наверное, сложно что-то еще придумать, что-то еще, как-то еще удивить. Поэтому команды уже друг друга, наверное, изучили за время квалификации европейских, да, как на мажор, так и на минор. Сыграли уже ребята друг с другом много, пересмотрели огромное количество разнообразных реплеев, информации, просто тонна. Ну, вот, например, по банам, да, у нас в первой стадии Бетрайдер, Войд, которого показывал Ника Бэйби, Никс Ассасин, который имба. Первый раз за серию появляется в игре Дизраптор. У Альянс по банам все, в принципе, стабильно. Единственный лансер первый улетел. А вот дальше у Нигмы Пак и Виверна, которые в этой серии вообще не появлялись. Виверна вообще у нас за всю квалификацию ни разу не появилась. И здесь все-таки решили перестраховаться. Видимо, это реально упор в физдэмэдж собирается. Ну, Пак очень хорош против Войд Спирита. Вот здесь что наблюдается. Виверна как-то непонятно. Ну, против физы, против физы. Да, возможно, еще что-то возьмут, и мы поймем, почему Виверна была в бане. Ну, это БКБ-контроль еще дополнительный. Не, Виверна герой, безусловно, очень крутой, но вот как-то перестали его пикать, этого персонажа, ну, решили забанить. У Альянс... Смотрим саппортов от них лучше. У Альянс все, в принципе, как обычно. 33-й из 5 карт четвертый раз играет на Тимбере. Стопфайр только что тоже показал себя. Дизраптор появился первый раз на пятерочку. Да, Void Spirit от Нигмы тоже себя демонстрировал, только с лучшей стороны. Last pick у ребят из Альянс, так что с этим можно уже как-то играться. Я так полагаю, это будет Void Spirit какой-то в мид по плану, как минимум, а там, может быть, еще что-то пофлексят, что-то придумают. Да, что из саппортов мы можем порекомендовать Нигме? Что мы можем порекомендовать? Ну что-то, что может против Snapfire и Disruptor что-то придумать. Вот вообще, Клок хорош бывал. Он и Тимбера останавливает, и до Snapfire может добраться. Дизик его, конечно, глимпсует. А не может ли это быть пятый решающий Нага от Alliance? Нага? Под Дизраптора, и есть чем накидать туда. Ну да, да. Вполне себе и может быть. И против Слардара она себя чувствует шикарно. То есть Нигме сейчас надо перестраховаться. Может, какого-то лишачка себе взять. Может, просто Оракла, casual Oracle, и поехали. Ну, тут снимать нечего. Ну, сейф дефолтный, стабильный. Skyrest Mage, Magic Damage против Тимбера. Да и под Слардара, в принципе, нормально смотрится. Агрессивная линия. Ой, я думаю, Нага будет в пятой решающей у нас. Какая-нибудь Нага против Медузы минут на 60. Это вполне-вполне возможно, учитывая, что антимаг еще забанен. Но если сейчас не возьмут Нагу, то на 5 ее, наверное, забанит. Все-таки очень сильная комбинация в 5 на 5. Такой же, и плюс-то контест Рошана, то есть то, что со Слардаром ты заходишь сюда, забираешь легко Рошанов. А Нага со сном забирает у тебя Рошана, а потом, возможно, еще и тебя. Ну, кто если не Нага? Сларк есть здесь. Сларка не хочется брать. Тини медовой для Олимпа. Ну да, Void Spirit против Тини, значит, у нас будет с большой вероятностью. Если не сместят Нигма как-то. Ну, мы уже видели, что 100 раз что Виха ходил уже и на верхнюю линию, и на нижнюю. Да, он ходил так только потому, что в миде было не совсем комфортно. Менялись они. Лайфстиллер выходит. И Лайфстиллеру кажется, что это очень легкая игра. А пока по драфту у Нигмы все хорошо. Против него нету бёрста никакого. Если он не попадает в аганимный там в эти Static Storm, он просто райт-кликом бьет, и его единственное, там чуть-чуть тимбер подпиливает, больше его ничем пробить тут нельзя. Он просто будет грызть. Уже показывал Miracle нам в этой серии Лайфстиллера. Стой, я не могу ошибаться, или у нас 5 игр подряд играет Нигма за Дайр? Джаггер, Свен был за легкого у нас. Хускар. Да, Alliance всегда Radiant. Mm-hmm. Да, кстати, вроде так оно и есть. Тоже пытаюсь сейчас. И Alliance всегда last pick.
Чена забанили последним баном. Кстати, хороший бан. Вписывается в стратегию. Не, Last Pick вроде был не всегда у них. Last Pick, я точно помню, что в какой-то карте был. Ну, может быть, Enigma. Да. Может и нет. Может, да. Но 100% пятая игра подряд за Radiant Alliance. Так, добанили Чена. Нагу забанили. Перестраховались на всякий случай. Ну вот Тини, я думаю, уже можно было и попозже. Да, возможно, альянсы не хотели эту нагу брать все-таки. Потому что это максимально читаемо. Ancient Apparition. Против Тимбера. Очень хорошо заходит герой. Ну и кто же пойдет с дизраптором на линию? И герой, который должен перебить. Опять Свен может. Который перебьет лайфстиллера, который перебьет, ну, постоится с Лордаром. Кэрри Магнуса ты здесь какого-то брать не хочешь. Ох, ну время есть. Надо подумать. Я думаю, здесь прям по максимуму. Халявной наги нет. Ну, мало герой. Ой-ой-ой, Чаус Найт, как тебе? Ну, его не берут. 0 АОЕ. Он почти всегда неплохо убивать. Заходит. Ну, как 0 АОЕ? Там Void Spirit тебе даст прокаст. Он не убьет с прокаста кучу лошадок. Не, ну да, я не спорю. Очень часто бывают игры, где кажется, что Chaos Knight заходит хорошо. Я не спорю, но его не возьмут. Я... Ну, если не ЦК и не Свен... Ну, ПЛ так... тогда. ПЛ в бане всегда у нас. А, ПЛ в бане всегда, точно. ЦК или Свен? Ну, опять Свен, наверное. Casual. Для Ника Бэйби. Все-таки Медуза. Да. Ну, очень медленный, Медуза. Ну, очень медленный драфт здесь у Alliance. Немножко жадновато, но есть плеймейкер Тини, там плеймейкер будет Void Spirit. Есть инфест-бомба, Слардар лайфстиллеры сверху налетает от аппарата банка, а у тебя нет ничего, чтобы засейвиться от этой инфест-бомбы. Только, может быть, конфетка бабушки. А на стадии лейнинга Ника Бэйби задушат. Там Слардар плюс, получается, Скайрас Мэйдж придет. Да. И они будут душить эту Медузу с Дизраптором. И Фата там будет пытаться помогать. Не с Дизраптором, скорее всего, со Снэпфайр. Ну, может, это со... Как это со Снэпфайр? Ну, Медуза со Снэпфайр, скорее всего, они будут. Ну, ты посмотри по ролям. А может быть, они вообще втроем встанут, не? По ролям посмотри. Хански на четверке Дизрапторе, да. Я думаю, что стоит, ну, хотя, может, и не стоит. Мне кажется, они триплой начнут для Ника Бэйби. Тимбер, он же для чего и берется, чтобы он просто вот был сам по себе, без какой-либо помощи. Может, с Дузой пойти все-таки лучше к лайфстиллеру бить по лицу ему на линии? Что аппарат особо ничего не делает Тимберу через армор. Лайфстиллер тоже, в принципе. Ну и Тимбер лайфстиллер. Лайфстиллер просто бьет, отжирается. Да. Ну вот, поэтому, скорее всего, наверное, Альянс будут делать упор на то, чтобы Ника Бэйби нафармил. Вот. Ну, в этой игре, я думаю, мы... Ладно, здесь более-менее сбалансировано все. Но мне все-таки чуть-чуть больше Enigma нравится, потому что понятен план файта. Ты прыгаешь в лайфстиллере, сидящем в Слардаре, в кого-то там... Тут много булок. Виха с GH, да, и ультаппарата есть, чтобы заберстить. А сейва от этого нет. Так что чуть-чуть Enigma я бы отдал предпочтение здесь. Посмотрим, как наши друзья с Барри Матч это оценивают. Вообще в каждой карте, да, последней, они давали 1.5 где-то на Enigma и где-то 20 на Alliance. Думаю, мало что изменится. Ну, думаю, где-то да, где-то вот примерно так оно и будет. Вырезали кушечки, побегушечки. Погнали, Snapfire с Дузой вниз. Дизраптор с Тимбером на топ и Лимп на Тине на центр. На Тине против Void Spirit проблем быть не должно. На Тимбере наверху со Снэпфайром должно, с Дизраптором должно быть ровненько тоже. Да и внизу. Слардар Скай, конечно, смотрится сильной линией, там Фате ошибаться никак нельзя. Но Дузу, по идее, они за прокаст никак не убивают, она там нормально потерпит. Так, ну что ж, пятая решающая карта европейских квалификаций, дорогие друзья, на ваших экранах. Enigma Альянс. И вообще, в принципе, эти квалификации выглядят очень интересно, как будто бы уже сам турнир идет непосредственно. Может, даже и интереснее.
Да нет, я думаю, на турнире будет поинтереснее. Все-таки это LAN, ну, международная атмосфера. Все-таки, да. Да, 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 да. Это уже будет битва всех регионов. Это всегда гораздо интереснее. Но, тем не менее, на этой квалификации все очень-очень прям интрига сохраняется до последнего. Нигма, которые как-то что-то прям совсем сонные подошли к этим квалификациям. На мейджор они их запороли, на минор почти запороли. Но вот сейчас вроде даже у них есть очень неплохие шансы получить свой слот. Будем наблюдать, будем наблюдать. По рункам разобрали 2-2. И Snapfire отправляется пешочком наверх, на триплу. Они даже вот так медузу решили оставить одну. Идут душить лайфстилера. Блин, там Sky ее так может прохарачить один, пока Слотар будет фармить. Это ошибочка будет. Медуза, да. Медуза это не тот герой. Нет, уже Snapfire внизу с телепортом. Все, окей. Мне кажется, там и Disruptor чуть-чуть на топе постоит и переместится вниз. Возможно, там немножко дэмэджа на себя примет от Operation'а, чтобы там Тимбер как-то левел себе апнул. Сейчас пойдет просто, потому что даже экспириенс с линии не будет воровать. Лимп пока ничего не качал, пришел без палочки. Да, Лимп без палочки, мне кажется, он так и будет играть. Ты Лимп без палочки. Звучит обидненько. Но он, я думаю, так и будет прокачиваться через Toss Avalanche, чтобы максимально быстро получить свой больнючий раскаст. Ну и плюс вот это дерево, которое ты берешь, оно замедляет тебе move speed, поэтому для роумящего тини оно не очень выгодно. Так, ну и на стадии лейнинга тут, конечно, Ника Бэби будет поначалу не так легко. Да но нет, хотя два рейнджа... 2 на 2 нормально там. В 2 рейнджа, наверное, да. Там сразу Слардер особо тебя харасить не может, да, ведь... Так, ну тут мы видим, что Виха уже начинает прессовать под вышкой, не дает спокойно ластхитить лимпу. Тини имеет много дэмэджа, но у него очень маленький атак спид, и вот за счет этого его тут, конечно, есть два каста у лимпа, хотел сейчас попробовать под пушкой убить. И будет пытаться, наверное, тоснуть вот... Ну надо конец, третий хотя бы. Под конец ластхитов он просто сейчас закинет его к себе под таурс, значит, за валанш. Виха не так просто. Виха не глуп, он понимает, как все тут работает. На топе замеса Паришем получает по щам. Дизраптор уже всю ману потратил. И он все. Он уже как бы только на отводы какие-то может идти. В принципе, чем он и занимается. Достаточно выгодно. Куру оттеснили. Так, нет, он стакает. Пока стакает. Ну, тогда следующую пачку отведет. Пока просто настакал. Лимп нашел хосту на миде, просто стоит. Курьерчики идут снизу для Альянс. По крипам вот спирит впереди, хотя тут еще целая пачка есть. Вот. А, плюс-минус ровненько, смотрю. Вот и тос под тавер, и засыпает под пушкой лимп на хосте. А у него закончилась хоста под блочи. Виха, Виха! Бьет. А Виха-то сейчас у него еще есть первый скилл, но третий там только-только откатывает. Лимп тоже на фэрифайр. Да ты что, фэрифайр? Чего? Почему не нажал? У него был фэрифайр. Он просто умер. Просто умер. Это ответочка за тот фраг на ОД и Хускари. Вернул должок? Да, вернул должок. Но Миракл на лайфстилере стоит, можно сказать, топ GH убивает внизу Фату. Фате надо было быть аккуратнее. Аккуратнее. Да, но GH придется, наверное, как-то сходить до базы здесь. Без ресурсов. Или просто умереть об нейтралов, в конце концов. Да, он этим и занимается, понимает, что пока он до базы долетит. Так, тут ботл прикатил на лимпу, надо отойти, восстановиться. Не попасть желательно ни под что, чтобы... Очень будет... Опа, на топе Кура так же неаккуратно, как и Фата внизу, отдает должок. Так вот, очень важно будет решать, кто кому будет переть на руны в центре. И Тине очень важно заполнять ботл постоянно, и какие-то арканы для дехосты на нем очень смотрятся. Mm-hmm. И на Войд Спирите. С пустой банкой там стоять будет очень сложно. Согласен. И вот мы видим, что у Медузы пока супер особых проблем нет, фармит себе более-менее, у Ластиллера, конечно, дела гораздо лучше обстоят, Тимбер тоже хорошо фармит. Я думаю, вот как только начнутся более серьезные проблемы у Медузы, вот, например, уже сейчас... Так, руны, можно будет подтянуться. Повезет ли Тиннику? А, ну они оба побежали. Вот теперь на нижнюю, Тинник побежал на верхнюю. Кому везет? Везет Alliance. Лимп идет за иллюзиями. У Вихи и... Да-да, они тоже самое думают. У Вихи стоят два варда опять на миде. Можете посмотреть сверху и снизу, чтобы его не обходили. А что здесь, что там. Да, ну мы по мини-карте видим. Мы ж опытные бойцы. У Дузы 14 крипов, у Слардара во флейне почти 20.
Но Медуза — герой, который, в принципе, достаточно пассивный, он потом еще пофармит, поэтому эта разница, она сейчас более-менее заметна, потом как будет больно Джейдж насовывает. Джейдж играет. Чуть подрубил. Под замедлим энд-контрола. Очень грамотно здесь отыгрывает Фата. Берет на себя очень много всего, да, то есть внимание на себя отвлекает и за счет этого выживает. Ну, Дизраптору пора сюда передислоцироваться, иначе будет очень тяжело. Я смотрю, 33-му и в соло уже вверху стоит, вполне комфортно. Дизраптору вниз идти не надо, ранчиком. Ну как? А как медузки-то жить-то? Ему нужен левел. В любом случае приходит. А что, она живет нормально? Ну как это? 17 крипов, ее там уже под тавер начинают не за это. Не поможет. Не поможет? Mm-mm. Ну ладно. Но если не поможет, тогда что поделать? Лип пытался завалить. Чего? Как да. Так-то? Непонятно, как так. Видимо, без стаков находился на линии. Ладно, примерз там, все дела. Ну, бывает, что ты скажешь. Все ровненько, в принципе. Разница между топ-1 крипстатом и медузой на шестом. Да, медуза, мне кажется, там себе очень много хила не принесла. 6 крипов. Я почти уверен, что там расходник. Если на нетворсы смотреть, мне кажется, там разница будет приличная. Лимп с брейсерочком у нас на тиннике, не спешит с сапогом. Ну, просто статичное стояние наверху, гоняют Миракла. Но он особо не смущается. Пассивочка имеется в 3. Но подойти ударить по тимберу он не может. 6-я минута. Повезло Лимпу на руну опять. На Ханскина есть инициация, замедление. Да, тут Ханскин уже не уйдет. Догрызают его. А будет ли размен от 33-го? Да не, ну не похоже. Хотя первым скиллом там нормально так наваливают. В итоге улетел на базу Миракл. Жив, цел, орел. Но... А Вихов был вынужден уйти на базу на Void Spirit, потому что опять разошлись по рунам на топ и на низ, и Лимпу повезло с инвизом. Ох уж Лимпович. Везучий. Интересно, на этом билд от Тини. Что он здесь будет? Просто через блинк плеймейкером? Ну, желательно, да. По идее, потому что против него играет и Operation и Sky, для него это... Фата идет на мужика вперед, здесь но он ТП не успел от Ханскина. Нажать. Там был Silence. Есть Glimpse. Да, возвращаем обратно. Нужно еще подблочить, пару тычечек закинуть. Змейка пошла, GH минус. Ну, Mind Control хочет, конечно, немножко поразмениваться, но тут больнее самому будет в этом размене по ХП. Ну, с такими статичными линиями Медузи, конечно, ничего не стакают, но ей рано уходить в ресло. Ну вот, еще одна причина, по которой имеет смысл перетянуться вниз и втроем уже стоять, потому что можно параллельно, например, там Эншентов подстакивать периодически. Вот. Ну и Тимберу, ну уже помощи от Дизраптора, я думаю, постольку поскольку. Третий реактив армор, он ну, уже тавр не пробивает, 18 да? стаков. Да. То план, в принципе, вполне-вполне читаемый. Вот Альянс. Да, тут нападая на этого Тимбера, это уже бесполезно. Все, тут можно даже лайфстиллера уже одного оставить, пусть себе качается. Ганг. Так. Вот спирита на Медузу, здесь трое пытаются... Элим тоже подтягивается, он чуть Майн позже Майн контроль идет. Умирает первым. Один в один пока размен. Да, и фраг остается Медузе, это неплохо. А тут уже подтягивается Лимп. GH он точно забирает, если тот Сайленс не успеет закинуть. Он у него, судя по всему, в кулдауне. Он сам закинулся. Живой. Пожадничал немного. Но лучше Лимп. Убить но Виху. Это правда. Минус Виха. Надо было Джейджем в Виху кидать. А, ну это было бы прям next level. Там под крипами просто было... И тем временем можем поздравить команду Force, которая выносит Cyber Legacy. Они проигрывали 2-0 в серии. Красава, Force. Сработал у меня предикт. Я единственный, кто... Я вообще рандомно, если что. Я просто СНГ квалификации не мог смотреть. Я рандомно ты когда Европу. Сделал? Ну, когда вот был предикт. Сегодня? Нет. Ну, когда мы только-только начали комментировать, нам еще даже не приехали. Майнер? Да. 2 дня назад, получается. 2 дня назад, точнее, да. Вчера утром. Ну, даже нет. Позавчера вечером. Вот так вот. Четко. Так ты тоже предикт давал, разве нет? Нет. Меня даже никто не спрашивал. Вот то, что они знали, что ты знаешь. Нет смысла спрашивать. Тиник пошел на базу хилиться. Опачки. Первый раз наши друзьяшки дают практически равные кэфы. Обычно всегда они были суперфаворитами. 1.75 и 2.05. Ну тут прям да, тут прям ноздря в ноздрю игра. Оба опа! Коллектив. Это Миракл посадил. Это Миракл посадил? Что? Миракл посадил дерево, и Тимбер на него присосался. А откуда он знал, что так получится? Он не знал. Так, а почему он туда Тимберчейн кинул? Он хукнуть хоть...
Подождите, нужен повтор. Нужен повтор, чтобы разобраться. Без повтора не разобраться. Почему он тогда дал туда этот тимберчейн? С чего бы вдруг? Обязательно потом посмотришь свой повтор. Ладно, да, тут в любом случае каждая секунда очень интересная. Лим перетягивается вниз, там уже находятся 4 игрока команды Enigma, аванпост 9.46 забирают, наверху заберут Enigma, будет пополам. Реплей. Ну, да, это уже конец. Нет, это такой реплей. О, какой заслужили, как говорится. Скинруна через минуту, через секунду кто заберет. На ловушку наступать не хочется. Не хочется. И наверху Миракл поворовал рунки, что ему делать, еще на лайфстилер и пошел, забрал обе. Да, на фейзах. Быстренько. И это, да, лайфстилер, которого мы уже сегодня видели. О, талончик выпал. Через Армлет, Дизоль, Кирасу, который будет инфист бомбить в Сладдаре. Нетворсеном в студию. Поехали. Посмотрим, что там вообще есть. 4000. Ну, плюс-минус ровненько, в принципе, да. Прям сильных отклонений нет. Медуза нормально имеет, лайфстилер тоже. 33. Нет, это Тимбер сам сажает. Бля. А как он так далеко сажает? Какой-то читерный Тимбер, я не знаю, это 33-й. Ой-ой-ой, наваливает здесь на фаер по Скайрос Мэйджу. Джиаша заплевали. И Джиаш забрали, и Майнд Контрол забрали. Медуза делает Яшку. Не знаю, у Слардара дела так себе, а ему в этой игре обязательно делать блинк. Так, Айсбласт. А вот это очень неприятно для 33-го, потому что регенерация отключается. Пытается он как-то перемещаться там на своих крутых мувах. Ответочка от Лимпа. Будет ли пытаться убить? Для него, в принципе, с раскаста он убивает любого, наверное, сейчас. Эвеланштос, но кроме лайфстилера. Ну, но да. Лайфстилера чуть-чуть как раз не хватает, чтобы добить, а фоллоу здесь никакой не имеется. Сейчас мидера потеряют, лайфстилер еще его подзамедлил. Сайленс, до свидания. Неудачный выход от Лимпа. И замерз еще. Если бы не замерз, возможно, даже удалось бы убежать. Но замерз. Да, вот такая ротация. Нужен блин. Ну, телепорт тут в КД, у Фата, я так полагаю, тоже телепорт в КД. Некому было прийти помочь. Это до блинка тени, движение все происходит. После блинка для него здесь уже будут аппарат и, скажем, значит, халява. Слушай, ну опять нападают, Айсбласт, я думаю, есть. Уже, да, есть. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это уже Magic кто-то стоп Damage, пошел. Привет. Там нужна срочно пайпа и как-то не попадать под эти Айсбласты. Хороший баланс Magic Damage и физического у Нигмы за счет такого айтембилда лайфстилера, то есть и Слардар дает физу, и лайфстилер дает физу, очень много мэджика, скай аппарат и Void Spirit, он, и, собственно, и то, ходячий и то. Magic Damage, да, и физически. Это правда, одной пайпой здесь не отделаешься, тебе и реген сбивают. В общем, нашли против этого Тимбера, на этого Тимбера управу, ластпиком аппарата взяли. И он зашел очень хорошо. Yeah. Пока, во всяком случае, так точно. Как оно будет дальше, посмотрим. Трое на миде, в смоке Skyros Mage. Но Лимп, тем не менее, 10-й левел поднял раньше, чем это сделал Виха. По нетворсам у них там тоже плюс-минус одинаково. Лайфстилера. О, дружочек. Дружочек, пирожочек. А ты чего тут? Не, ну там, конечно, под рейджом сбить телепорт некому. Но вот, судя по всему, он не успел нажать этот рейдж. Погибает. Возможно, как-то там неожиданно. Притом внизу, это даже не ульт из Раптора. Внизу Энигмы у нас какой-то намечается, да? Да, внизу. Находят Медузу. Реминант не зацепило совсем немного. Ника Бэйби убежал. А будет ли ответочка? Есть Глимпс. Ну, ответочку сложно устроить, если только, да, если только Глимпсом вернуть. Накрыть бы Void Spirit. Да, возвращает, закрывает ультимативно сверху, решили все-таки забрать Слардера. Снэпфайр. Снэпфайр запрыгивает. И Лимп здесь. Виха может подстрять, рассказ по Вихе. Но пока Виха живет, очень крепкий стан продолжили, хорошо, даблкил в итоге еще для Ника Бэби. Просто забирает здесь урожай. Миракл тоже Накура пришел погоня. В драку. 33-й ныряет очень глубоко, Джиаш слегка под замедленный, маны нет, есть тос. И возможно для Ника Бэби будет ультракилл, змейка пошла, Ника Бэби должен доделывать начатое, пытается там мансовать Джиаш. Миракл здесь тоже бьет, трипл килл для Ника Бэби, какая же халява для Медузы. Четверых в итоге теряет Нигма. И Дуза сразу вырывается вперед. По нетворсу, да, тоже на первую строчку.
Альянс немного проигрывали по нетворсам, теперь сравнялись, Медузу вывели на топ-1. Кто бы мог подумать, Ника Бэби, он же по сути просто, ну, поласхитил одного, ласхитнул второго, третьего, там для него засетапили фраги, очень хорошо тиммейты. Не, ну, тиммейты же супер комфортно. Ну, да, ну, конечно, ну, тиммейт прожимал. И стрелял. И стрелял, и змейку еще кидал. И змейку кидал. И на тосе летал. Переворачивал, еще кидал. Это правда. Что же будет делать Виха? Не такой у него хороший старт, как в предыдущей игре на Void Spirit. Когда у него был плохой старт, он покупал Кристаллис. Когда у него был хороший старт, он всегда покупал себе Дизоль. Так, ну пока непонятно, пока все будут покупать. Или понятно. Тут Блинк Даггер планируется у Лимпа. 400 до Лимпа, до Блинка ему. Виха под аркан руной. Лимп будет ли бежать? Есть Глимпс. Понятно, что Виха задоджит этот Глимпс. Миракл на Лимпа. Лимпа пытается закусить, Дуза не может помочь. Есть Бласт, еще сверху залетает. Мистик Флэр. Лимпа просто стерли он за секунду. Бежал в и бежать дальше. Ханскин вешает все под и себя. И ульт Дузы, и ульт Дузы. Да, все в итоге развернулись, вынуждены отступать. Не Виха. Хватает урона, нет контроля у Alliance. Сейчас их раскатит Криминант. Здесь просто. Снэпфайр, вот этот переворот. Бабка заплевывает, да, уже не могут драться. Ника Бэби. Глимпс. Майн контрола таки спилили. Миракл. А Миракл на развороте хочет подраться. Ника Бэби уже без маны. Диссимилеет. Будут дальше бить Ника Бэби. Фокус есть хороший. Реминант. Подцепили, убивает Ника Бэби. Есть инфес, будет уходить отсюда Виха. А и... будут ли отпускать? Да, тут можно еще и подраться. Тут еще свой скай подлетает на аванпост, потому что он захвачен. Там уже Глимп скоро воскресится. Миракл вылез перед тем, как Глимп санулся. Его доставщик и убил. Ну, добил Куроки. Ответочка от Нигмы, но все равно превышество в нуле. Не, ну это та карта, которую мы как раз и хотели увидеть. Ноздря в ноздрю, прям вот очень-очень плотно все идет, нет никакого стомпа. Ни одна из команд не имеет серьезного доминирования. Тут вопросы, на самом деле, к Лимпу. Он пришел с этой аркан руной, не дал ни одного спыла, пошел торговать мордочкой, его первого заберстили за сайленс. Ну вот он, да, он фронтлейнер, и, понимаешь, на 33-го нападать никто не хочет. Он фронтлейнер, у него в команде есть и Дуза, и Тимбер. Ну вот на них, видишь, не нападают, а вот на Тинника напали. Ну вот ему нужен блинк. На самом деле, по-хорошему, ему этот файт был вообще не нужен. У него 1700 голды было на тот момент, он бы себе спокойно блинк нафармил, и потом бы уже пошел учитывая, драться. Что и без него нормально подрались, хотя бы что-нибудь бы скинул. Ну, того же Void Spirit начального, которого увидел. Да, но его же видишь, его сразу резко зафокусили, он не успел ничего нажать. 14-11, Alliance ведут за сколько там? За 17 минут. Очередной экшен с Лордарнос с худом уже готовым, почти пайпа. У Вихи проблемы с денежками. Я думаю, реабилитируется. Миракл делает Алибарду. Дизоль Алибарду, наверное, да? Все по гайду. Я все жду на Медузе. Рапирочку обязательно. Опа, философский камень выпадает у нас в Нигме. Очень хорошо будет для аппарата, для Sky, например, для того же ускорения Атосика. Ну и по игре Нигма прижала, Нигма захватили чужой лес. Ну вот и Блинк Даггер появился, я так полагаю, да. Атос Эвеленч, сейчас Бластер залетает, Дизраптор ультимативно ставит защитную, чтобы как-то Лимпа спасти. Миракл съел Ханскина просто за пару просто ударов. Уничтожили. Фата упрыгивает. Ну и что, Блинк Даггер в итоге ты не поменялся на суппорта. Ситуация немножко усугубляется. Лимп теряется по игре, потому что, да, мы видим уже второй замес подряд. Лимп либо ничего не делает, либо прыгает, дает две кнопки и умирает. И эти две кнопки, они не приносят там убийства условного Вихи или какого-то другого кора. Но есть Медуза, как план Б. Медуза, да, Медуза это всегда... Да тут, наверное, Медуза вообще план А. Ну а для вас, дорогие друзья, план А на сегодня – это участие в розыгрыше 5 консолей от товарищей L'Oréal. Ссылка в описании. Ссылка в описании, да. Под плеером все есть, кликабельный баннерочек. Так, ну что ж, Фата вроде бы подставляется, но вроде бы как бы его не совсем заметно. Так бежит, опа, шел, пирожочек нашел. Присел, поел и дальше пошел. То самое. Говорит, ребята, там опасно. А, тут еще Т1. То есть тут Т1 вышка не упала, а они там в той позиции находились. Окей. А Ника Бэби не собирается выходить в дэмэдж дилера. Он делает себе пику от лайфстилера как-то уворачиваться. Ну это, конечно, так себе. Тут классический Рошан под дезолятор, когда играет
их, например, на велосипеде через быстрый дизоль, то они идут под этот дизоль, под темпланку тоже. Здесь же на мирах дизолятор. Хорошим, алики, и алики с этим не могут ничего сделать, ни одной игры на самом деле. Хотя, медуза хотя, со счетов списывать хотя не будем все игры как под копирку. Вот эти таймеры реально могли бы уже заметить. Так, инфест-бомба плюс смог. В вихе сидит с кристаллисом у нас. Так, а смог как спал? Miracle. А в вихе вроде просто в него и не попадал. А, не попадал в него? Угу. А тут ответный смог, не ответный, точнее, а может быть ошибочный. Фата идет первым на снэпфайре. Пытается разревилить. Ставит обст на лайн. Ну, то есть, так, а крадутся вниз, крадутся на тимбера, на тимбера. Не ушел, не ушел. На тимбера, на тимбера пойдут вниз. Майнд-контроль сейчас по тапкам нажмет. Тимбер понимает ли, что на него бегут, пока не понимает. Но идет очень аккуратно по лесочкам. Да, мне кажется, понимает, что если на него даже выйдут, убьют, ну, это далеко от базы, ничем они не закрепят. Да, боится. Он понимает. Он конечно, хочет спилы забрать этих крипов, но не делает. Это очень аккуратная игра. Пятая карта, 15-14, кто бы мог подумать. 20 дэмэджа, 40 атак спида. ДПС растет у Медузы, но желательно, конечно, еще шмотками какими-то закреплять. Обновленные коэффициенты. Да, уже 3-3, 1-3. Да. Уже не 1-7-2. Все-таки верят в Нигму, они не проигрывали игры по этому сценарию. С Миркон Вайфтивери. Но не все потеряно, ребят. Медуза, она для того и создана в пятой карте, чтобы 80 минут на хайграунде стрелять. Да, чтобы интрига сохранялась до последней минуты. Что против Медузки ты где-то один раз ошибся, или она там рапиросик свой выформила, и все, идти впереди ее. Только у вас должны быть другие форсики, какие-то лотус-орбы, а не у нее, у самой пика вторым артефактом, чтобы спасать себя от лайфстиллера. Помощи нет, только вот мидер у вас с блинком бегает, стал он обычной четверкой, несмотря на нетворс. Он может вытасать, если в тебя прыгнет инфест-бомба, mm-hmm. там, да, подкрепить как-то. Ну и контратака там уже хорошая, конечно, есть. Глимсами можно разворачивать, снапфайр накидывает. Будут ли Enigma реализовывать Aegis или будут фармить дальше? Может, мне больше интересно. Ну, еще какой-то нашли 33-го, нет. Есть полный рассказ от Sky, идеально заходит. Зацепил еще реминантом, но, тем не менее, Медуза ультой своей отпугнула. Худ есть худ или что там, да? Да. Я думаю, там худ, возможно, даже пайп доделан у 33-го. А, нет, у него всего по чуть-чуть. Клока, у него брусочки. Кусочек худа и кусочек... Лотуса. Лотус давно пора, надо сделать. Заханский там гонится майнд-контрол, но у майнд-контрола нет блинка, его сейчас будут, наверное, пытаться убить или нет. Да, его возвращают, да. Обратно закрывают, но ультимативно не вешается снэпфайр. Снэпфайр, но у него пайпа! Там еще и глиммер сверху, да, вообще плевать хотел он на этот ульт снэпфайр. Вот-вот, именно так. Снэпфайр плюет, а он еще больше плюет. Еще один смог, Иркан Руна. Ой-ой-ой. Ну вот сейчас без ульта Медузы, без ульта Степфайра, не знаю, где Медуза. Ну вот Тимбер без стаков пассивки, если его поймать и убить. Либо любую другую цель поймать и убить. Ханский сейчас подставится, 100% погибнет здесь, я думаю. Ну это не страшно. Ну как не страшно? Ну так вот не страшно. Это лучше, чем если бы погиб какой-то кор-персонаж. Теперь хотя бы есть информация, смолки были потрачены на то, чтобы убить четвертую позицию. Да, снесут, естественно, вышку, но единственный шанс комфортно зайти на хайграунд, это если вы убьете там какую-то Медузу или Тинни, или Тимбера, ну вот Медуза хотя бы кора какого-то. Медуза особо не дамажит с одной ментой. Ну это да. Там уже на Сириус Лебард ее просто затыкает, Тинни. То с Эваланч, половина хп как не бывало. Это профилактика, но он сейчас быстро это восстановит, у него уже от фулдауна его синфест. Это он причем просто дал то с Эваланч, стоя на хайграунде, а потом упрыгал в блинка. Да. Такой вот комбинатор, но ему для того, чтобы так вот ломают делать, форс желательно. Дуза пушит низ, Тимбер пушит мид, не собираются что ли дефать? Похоже, что отдают. Так бывает, конфеткой Миракла, брожал рейдж. Ну, ребят, возвращаться пора. Или страна не нужна, с Медузой только с мега-крипов начинаем. Ох, может быть, это будет рапирка сразу у нас после У Тини форс пика. Появился, теперь можно уже прыгать, давать прокаст, уходить. Это уже, это больше от лайстилера, наверное, здесь. Ну и то, и то. Ну да, то есть у него вот он Тос Эваланч, улетел, попытались Миракл сбить, а Егис не удалось. Прожимается Рэч, Армлет обудется. Шладу застрелять живет. Будет Глимс, если что, еще печенька. Тут... Печенька. Избили Аегис. Окей. Может, надо накрыть Ханскину здесь? Ну да, у него ульта накрывай! Есть, но кинетика нет, кинетика нет. Да, да и все равно Тос, там... Тос дает, и удается таки сделать фраг, и будут дальше гнать. Убегает отсюда Нигма, Куро. Куро точно должен погибнуть. Уходит в глиммер. Нет контроля, нет палка только... Ну, сеточка не долетела. Ну, но слушай, неплохо. В такой ситуации выкрутились, конечно, очень круто. Прям очень круто.
Ну вот, ни в коем случае нельзя расслабляться. Альянс здесь явно просто так слот не отдадут. Item build медузы, конечно, впечатляет. БКБ хочет себе купить. Где брать дэмэдж? Что у вас есть? У вас Snapfire, наверное, топ дэмэдж дилер. Ну, знаешь, вот мне кажется, ладно, БКБ, может... а потом рапирку звучит как хороший план. Конечно, так и будет. Вот. Ну, опять же, у тебя от инфест бомбы сейва-то практически нету, если будет Эбисон на этом. Ну, тиммейты, же... тиммейты. Если на тебя глубоко задавит, а ты будешь... тиммейты есть, что ли? Да, Вова, тиммейты там форснуть могут, представляешь, глиммер там какой-то дать, еще что-то. Ты же на медузе под БКБ ульту нажимаешь, ну окей. Я каждый день так делаю. Ну вот. Ну что ты. А вот инфест бомба образовалась уже нормально. Слотар купил блинк. Потому что в этом вот спирите ходить, это вдвоем прыгать в ультимейт дизраптора. Тоже верно. И, ну, понятно, что Нигма немножечко ведут игру, ведут 6000, вот по баунти разбирается здесь 2-2 у нас. Но для Альянса карта комфортно проходит. То есть, я думаю, для Медузы это стандартная история, когда ты не выигрываешь старт игры. Да и так посмотри, если вот, смотри, сравнить коров, нетворсы, мидеров, оффлейнеров, все зеркально. Единственное, саппорты немножко проседают, но Дизраптор и Снэпфайр — те герои, которые и без айтемов могут внести супер импакт. Это правда. Вот на Скай это еще хочется что-то иметь. Миракл делает башер, да, вот тот самый Эбисов после инфест-бомбы, чтобы искать себе цель. Ну, ты просто играешь в одного дэмэдж-дилера и не забываешь, что у тебя алибарды все-таки, всякие станчики там, да? Так, вот она инфест-бомба. И БКБ у Медузы по таймингу, а это может быть переворотным моментом, майнд-контрол пошел. Но Медуза может и не успеть нажать это БКБ для начала, чтобы она полетела. А тиммейты, форстафы, то, что ты делаешь. Так, есть инициация, Фата под фокусом, лотосорб на него повесили, но Фата, тем не менее, погибает. Медуза ультанула хорошо. И вот, очень хороший ультимативный от Медузы и от Дизраптора вместе скомбинировали. Слардер погибает, Миракл пытается убежать, Глиммер на него повесили, но он под замедлением прячется, куда-то там спрятался. Миракл погибает опять. Он просто погиб. В общем, они ворвались, не смогли зафокусить Снэпфайра. Там Тинни где-то погибает? Нет, они смогли зафокусить Снэпфайра. Смогли, убили, он долго прожил, пока они его били, уже Медуза прожала ультимейт, они все стали в камешке и Дизраптор их закрыл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это поворот событий. БКБ было прожато на Медузе, первый раз Миракл умирает, второй раз за 4 минуты, и по натворству Дуза вырывается вперед. Как хотят Нигма агрессивно сыграть. Слардар взял блинк. Это герой не усиляет, но усиляет позиционку. И Скайвер Смэнч себе берет тоже блинк. Видимо, он как раз таки будет искать себе снэпфайров и дизрапторов и сам с краешку прыгать и убивать. Фэрифайр не самое приятное, что хотелось бы получить из тир 4 айтемов. Тир 3. Так, прыжочек. Убийством. Такой легкий килл. Вот реперкит, то, что надо при игре с Медузой в команде. Ох, ну что ж, небольшая пауза, чтобы мы успели перевести дыхание. 18-17 счет, 4000 преимущества у Нигмы, но, как мы видим, это не позволяет им иметь полный контроль над картой. Медуза все-таки все сильнее и сильнее становится, и в перспективе, если все-таки купит рапиру, которую часто приобретают после БКБ, это может стать серьезной проблемой. Можем графики посмотреть пока, в принципе, как игра складывается. Как во время паузы. Можем и не смотреть, это у вас. Ну Нигма давила, и вот это заход на ХГ. Да, и последняя драка. Чуть-чуть отыграли, где-то 1004, наверное, да? 3-4. Все ровненько. Да, в данный момент. А по XP Alliance впереди. Собственно, вот эта полоска, когда в сторону Нигмы склоняется, это вот эти самые доминации плюс Аегис. И потом твои удачные драки, и ты ведешь уже 6000. А это хорошо. Твои герои с левелом тут серьезными стоят, что Дизраптор, что Снэпфайр. Да, повтор вот повтор момент... драки, вот, собственно, смотри, да? Они пытаются убить Снэпфайр, и за это оба замерзают. В два кор-персонажа. Ну, как тут он что-то... А куда? А, его глимпсом вернули. Все, его глимпсом. Куда, я думаю, он исчез? Он спрятался в инфест. Его глимпсом вернули и добили. Кстати, насчет философских камней. Посмотри на Куроки и на Джаша. Два философских камня у нас у Нигмы. Сперли где-то. Где-то сперли философский камень. И это такой буст. Да, это тильт, конечно. Философский камень отдавать. Там условный дизраптор такой смотрит. Orb of Destruction. Так.
На медузу железную, наверное, да? Ну, у нее же нет лучшего артефакта. Ну, там похоже на то. Fairy Fire собирает, но он вообще не нужен, особенно против аппарата. 2.5 секунды стангейза duration, естественно, берется на медузе. Так, ну а что там артефакты? Какой он планирует взять если следующий? Я думаю, на дузе не стоит спешить. Надо с увидеть... ростом не стоит? Надо увидеть что-то на лайфстиллере, что он будет покупать, да? Ну, лайфстиллер с мясами, он с алебардой. Надо увидеть у него какой-нибудь вклад, инвестиции. Вот он сейчас собирает, что видно, Эбисел, да? Значит, ты можешь взять себе фляй, например, потому что МКБ там долго не будет. Угу. Ну, тоже звучит как план вполне. А вот рапиру против Эбисела ты уже подумаешь несколько раз, прежде чем взять. А что, там зато мясов еще много. Не-не, тут мужицкая рапира. Рапира. На самом деле, это, ну, это прям уже чуть ли не дефолтный итембилд на медуз. Вот именно так берут какие-то, какой-то Dragon Lens. Я хотел сказать, что он пику не будет доделывать, что Dragon Lens просто ради статов, чтобы быть чуть покрепче, а пику не будет. Но вот так оно и вышло по итогу. Я подумал, но не сказал. Просто это уже не первый раз так играется, именно таким там билдом. НКБ решил особо не экспериментировать. Я в квалификациях на мейджор, как раз в Лос-Анджелес, видел Миракла на медузу, на медузе. И одна из вот... Единственная выигранная ими игра при счете 1-5, это он играл на медузе, у него была Монтара Пира, этом билд. Да, 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 да. Ну там, извини меня, за него там были омники, гуляй как хочешь. Да. А ты тоже можешь играть как хочешь, просто приходи в конфи и покупай самый продаваемый ноутбук в Украине. Да-да, ссылочка в описании также. Есть инициация, инфест-бомба не взорвана, скажем так, не вскрыта. Не стал выходить из своего такси, лайфстиллер. Захалдились, и на самом деле похоже, что Нигма немножечко паникует. Да, у них есть план на Рошана. Но они против дузы, возможно, так, а там курьерчик, курьерчик палит информацию. Они успевают? А чей это курьер? Куда они бегут? Куда бегут? Они в обход, но они не успевают. Куда? Они, вы чё? Они хотят просто подраться, судя по всему. Плевали на Рошана, но хотят просто подраться. Лим прыгает туда как раз-таки уже. Но Миракл забрал уже Аегис, так что он не успевает. GH погибает, майн-контрол пытается отсюда ретироваться. Лимпа тоже убили очень быстро. Ника Бэйби будет настреливать под БКБ, печенька есть, майн-контрол вернули, убили. Лимп байбекается, под лотосом пытается фата выживать, но, конечно же, погибает, байбека у него нет. Дуза не дымажит, и лайфстир в нее сейчас грызется и убьет. Слардер вернулся обратно, Ника Бэйби уже без БКБ. Лимп байбека прыгает. Барда на него, Лимп потянулся на помощь. Но без вариантов. Медузу забрали. Не успели совсем немного по таймингам. Никто ничего не нажал, они все видели курьером. Ультракилл для Вихи. И решили пробежать вокруг в спину, отдав Рошана, прыгнуть туда на мидере, отдаться тоже от трех ударов лайфстиллера. Пока все били лайфстиллера, Дузин, ультимейт и БКБ прошли в никуда. Дизраптор там тоже умер по АОЕ. И единственное, получилось убить GH. Два ББ. Как же сейчас залили Альянс? Ай-яй-яй-яй-яй. И... все потому, что они чуть-чуть просто опоздали. Если бы они пораньше... Они пошли каким-то путем, знаешь? Да, 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 да. Слишком в обход, слишком в обход. Слишком в обход. Можно было просто на дузе войти туда внутрь, на тени прыгнуть. Ну, да, либо пораньше. Ну, не ожидали, наверное, то, что Рошан будет рассыпаться настолько быстро. Но надо. На экс-дезолятор бы Слардар в команде не ожидали? Да, еще Orb of Destruction там. Так что должно было быть ожидаемо. Сейчас не попасть бы на конвейер, да, 20 секунд до медузы. Репейр-кит кинули на центр, слева пока теряют бараки. Да, фуловый тавр, кстати, накинули хилялку. Так, а что там у Медузы байбека нет? Она что-то приобрела, что ли? Только с Демонейджем она пошла в драку. А, с Демонейджем, да-да-да. Я хотел просто, вдруг там рапира вообще была. Так, ну что, линия одна падает. Для Медузы, в принципе, когда падает там первые две линии, игра только начинается. Все в порядке. 20 на 22. Играть еще вполне можно. Просто Альянс, скажем, израсходовали уже практически лимит на ошибки. Наверное, еще где-то как-то что-то подкосячить можно, но вот только не так, как сейчас. Это было прям совсем больно. Байбеки еще понатратили. Там же дайбеков сколько еще было? Два, по-моему. А, нет, Тини выжил, не умер. Но там кто-то... Снэпфайр, по-моему, два раза погибло. Ну, ладно. Нет, Снэпфайр в прошлой драке выкупался же. А, да, да, все правильно. Не, ну кто-то там точно байбекался. Вон Дизраптор байбекался и умер, не? Ну ладно, неважно. В любом случае ошибаться уже особо нельзя. Байбеки с базы не стоит выходить без вижена. Ну как-то вот рапиру на медузе хочется нафармить, и на нее пингуют. И на нее пингуют, на нее идут. Прячется Ника Бэби. Ну какой наглый мужчина.
возвращается обратно, скан. Увидели, что Ника Бэйби отсутствует. Ну и все. Вылазка закончилась. Так, ну, нужна рапира. И вот с ней уже сидеть на базе и ждать, пока Нигма сами нападут. Все или ничего получается? Ну, конечно, конечно. Да тут и так рапира бы делалась, даже если бы была бы доминация, мне кажется. А, вот тут чуть совсем-совсем не успели. Рошана забрали довольно легко. Джаш, конечно, погиб быстро, но Лим точно так же разлетелся в дребезги. Никакого фокуса не было. Били мэнд-контрола. Он, по-моему, байбэкнется. А, нет, у него нет байбэка. Он не вернулся. Лим байбэкнулся. Дизраптора убили. Там тоже байбэк потрачен. Ну, как минимум, вот два байбэка потрачено. И Слардар. А, Слардар все-таки, да, успел байбэкнуться тоже. Денежку у него там натикало. Думаю, Тосик, может, кто-то подобрал. Так, ну что ж, заход на хайграунд. По нижней линии сверху пушат крипы. Медузе надо стоять чуть впереди. Или Тимберу. Но в ХГ очень сложно, потому что так вот бабка тебе две кнопки нажимает, то с Эвеланч от Тини и сразу ходишь с форса. Надо начинать. Черри Пайер Кит. Ну, они бьют вот так жестко, да, а можно вообще просто влезть в Слардара, прыгнуть в кого-то. Так, Лайстиллера сейчас могут вернуть. Но... Так, вернули. Слардар там на всякий случай прыгнул. Понимал, что Тини может запрыгнуть. Дуза не хочет здесь тусоваться, она хочет рапиру. Говорит, я пошел отпушивать на топ. Нет, ну, Дуза на топе, да, здесь сами отпушивают как-то Alliance. Рапирка сама себя не нафармит. Это второй реперкит уже или третий, наверное. Так, очередной тост Avalanche. Больно Miracle. Если из него выпьют Аегис, дальше его можно будет просто закрыть. Лифа нет, 800 рапиры. Мы уже подобное видели. Мы уже подобное видели. Ай-ай-ай, по Солару и по Алибарде-то промахивается. Нужна рапира. Конечно, конечно. Раз нет МКБ, то тогда нужна хотя бы рапира. Хотя бы. Тини и Дизраптор без байбеков, напомню, сразу же были. Теряется вторая сторона. И никакой защиты. Курьер уже там висит. На этом, кстати, этого курьера видят. Там есть вард у Нигмы. Есть Глимс. А Эгги вот заканчивает свое действие, возвращает, но сразу же прожимается рейдж. Да. И... У нас ДД лежит. Там на верхней руне. Дуза, но это время рапира для рапироса. Там, видит там... курьера, смотри, который у Миракла, ой, который у Дузы ждет рапиру. Там есть вард Нигмы. Так-так-так. И Баунтосы появились. Баунтосики. Баунтосов собирают. А бегут сюда, бегут сюда. Такое ощущение, что батят на этого курьера. Прыгает Тини, Тос Эвеланч. Его еще и закрывают. Миракла накрывает огромным количеством урона. Дизраптор, хороший прокаст. Отличная игра от Альянс. Саппорты справились, Тини начал. Да. И рапира должна появиться у Ника Бэйби. Деньги уже есть. Уже да, куплено. Все, подлетает. Ну что ж, игра меняет свой ход. Так, внизу здесь еще бегает рядом у нас. Дабл дэмэдж, но это может быть ошибка. Вихи здесь нечего Виха, делать. Виха, он хочет кого-то просто Виха, в соло убить. Виха. У него Блаторн БКБ. Они знают, что он здесь. Они знают, что у него Блаторн БКБ, он прыгает с Блаторном, делает просто буквально два удара. Виха заводит Соляру, здесь пытается один против всех драться, получил стан. А может быть, он все-таки просто и погибнет, диссимилейт. И надо уходить отсюда на астрал степе. А ай, он ай, панда, панда, панда за ним бежит. Ника Бэйби не достает. У Ника Бэйби очень много урона. Есть очередной астрал степ. И нет! Лимп его не отпустили. Ну как хотел нагло Виха перерезать всех в соло. Ой, но БКБ он не сразу нажал. Ну, смотри, сколько насыпали Тинику, и он по нетворству даже чуть-чуть. Эта печенька зацепила АОЕ, при том, что она вроде, казалось бы, не должна зацепить. Это была большая печенька. Это была очень большая печенька, очень сытная, и Виха оценил. Теперь доделывает пику. Ника Бэйби. А возле Ника Бэйби здесь находится Нигма. Может, они будут нападать? Нет, не будут. Да нет, куда они нападать будут? Без двух коров? Нападать. Да. Ну, на да. Медузку с рапирозой. Не, ну после того, как Виха тут начудил, то, в принципе, всякое может быть. Но Виха просто, там, его понять можно реально. Вот эта печенька, она как-то слишком неадекватно застанила. Он должен был просто перепрыгнуть Виху, и все, не застанет. А он застанил, и из-за этого получилось, собственно, что получилось. Вместе в Captain Smod были добавлены, вместе друг с другом и разбирайтесь. Вот Spirit и Snapfire. Отлично сказано. Полностью поддерживаю. Дуза почти... пика. Я думаю, байбек здесь смысла никакого оставлять нет. Ну да, когда у тебя уже рапирост, то там надо просто... Вот минут через 30, когда у тебя будет пара запасных рапир в стэше, ты, естественно, с байбека заберешь это и продолжишь. Там скоро 25-й у Медузки. Что там еще, кстати, на 25-м? Уже, честно говоря, даже не припомню, что ей там такого сильного дают. Ну вот модификатор, либо плюс 1000 маны. Ну, учитывая, что здесь модифицировать особо нечего, возможно, возьмет 1000 маны. 100% возьмет 1000 маны. Думаешь? Я не знаю, что там берут, ну, сейчас.
А что им... Ну, а если ты сатаник берешь, представь, насколько это имбалансно. Да и Далус тоже прикольно. Ну да, да. Так что если будут какие-то такие шмотки, можно и модификатор. 25-й будет раньше, чем эти шмотки. Это правда. Ну что ж, Альянс не отсиживаются на базе. С Рапиросом разгуливают такие. Ничего не боятся. Аванпост перехватили, Нигма снизу. 16 тысяч преимущества по-прежнему у Нигмы. Но рапирка у Ника Бэби. Нигма боятся. Они, учитывая, что без рапиры не смогли зайти. А здесь смачок плюс инфест бомбы. И они на перехвате пойдут на перетяжки. Там ДПС очень много. Если Медуза получится первую застанет. Рэн, готовься комментировать. Лучше за место своей жизни пятая карта. Аркан Руна для, наверное, Скайрос Мэджи идеально. Нет, забирает Виха. Сейчас будет ключевая драка вообще в этой игре. Если получится застанет первую Ханскин Медузу. Ханскин палит. Ханскин стоит в суперпозиции. И Виха... А он может все это дело разрелить. Виха вылезет из смока. Реминант пошел. Там есть абсцисс. Не, ну лес на хайграунд это... Нигму заманивают туда. Да, да, это очень, очень опасно. Одни встали на чужой хайграунд, и другие встали на чужой хайграунд. И но крипы-то, крипы-то в троне. И с одной и с другой стороны заходят. А база горит, боковые линии пробиты, об этом надо. Ну говорят, то хотите там тусоваться, то суйтесь, и просто идут по миду и ломают третью сторону. Пожалуйста, и глиф ни за что. И вынуждают стянуться сюда игроков команды Alliance. Альянс тут, конечно, да, они прям ход конем решили сделать, но все не так просто. Оказывается, что все не так просто. Мне кажется, Дизраптор может быть талантом сейчас чуть-чуть. Не продумал. Просто минус 4 секунды Kinetic Field против героев Нигмы смотрится очень даже ничего. Лайфстилеры и Слардары держать в клетке. А 150 кастрейндж, ну да, ты подальше раскастуешься, подальше глимпсанешь, там ультимейт издалека лучше. Так, ловушка здесь стоит у нас от Вихи. Гем прет себе лимповский. Очень аккуратная игра до первой ошибки. Но Нигмы могут позволить, я думаю, себе Виха еще Виха по-прежнему играет очень нагло, посмотри, он где бегает. В ловушку попадается Фата. Ну, в принципе, Виха может себе позволить. В этот раз, я думаю, он БКБ не пожадничает, прожмет сразу. У Нигмы есть шанс на ошибку, еще раз повторюсь. У Альянсов нет вообще. Только в пятером перемещаться, охранять Тудузу с пикой. Да. Ждать Рошана. Рошана у нас а есть таймер. А у нас по байбекам? А у нас есть таймер. Давайте байбеки, да, включим. У Медузы нет, у остальных есть. У Нигмы там плюс-минус нормально. Ну, плюс-минус там на двух корах нет байбека. Это достаточно опасно. Ты с Медузой просто можешь игру проиграть. Ты такого просто не знаешь. Да-да-да, Слардар пошел в бой. Это снапфайр не так страшно, если остальные уйдут. Владмирс на Тимбере, бусты для Медузы какие-то дополнительные. Но главное ему не отлететь сейчас за два удара. Так, все, Найкс вылезает, читает Петрошан, там лежит баунти, никому не нужна. Какой вижен можно дать в Рошпит? Кидут дерево тиником, может быть, или дизраптором кинуть. Опять магия Рошана, неужели пойдут? Ай-яй-яй, отдают. Неужели пойдут? Тинни хочешь прыгнуть? Ай, ворует Липа Егис и Рошан, и выфорсовывается обратно оттуда. Но его похоронят. Не важно. А или будут тиммейты драться за него? А тиммейты могут за него подраться? А здесь не надо драться. Куда? Нигма лезет на ХГ на Медузу? Блинка дать не может. У майнд контрола БКБ. Все, пошла Дуза с рапирой. Надо наваливать. Нет, да, нет. Они боятся. Они все-таки боятся. Они боятся, они пытаются. Есть телепорт. Как бы Медуза сейчас не осталась за бортом? Убежала. Осталось дизраптору оттуда уйти. Но как минимум они знают про дизраптора. У оппонента. Они знают про дизраптора и нашли его тоже. Рассекретили. Есть байбеки. Просто против рапиры было бы гораздо сложнее. А так все Лимп сделал четко. Прыгнул, забрал, улетел на форстафе. Вот смотри, какой момент еще. Так, а ну-ка. Пила Bright Vision, прыгает. Радиант еще и Рошан. Да-да, он и Рошана убил, за Егис забрал. Может, еще какой-то сыр подворовал? Нет, Аганим в лайфстилере. Все, вижу. Так, ну тут, конечно, надо байбекаться. Глифа нет. Дуза с рапирой не бьет в алебарде. Глифа нет. Конфетку кинули. Ой. Так, ну, скомбинировали, а Айсбас заходит. Но тут хорошо получилось. В итоге спасли. Все, это драка. Это драка. Медуза пока БКБ не прожимает. Это драка, это Нигма кайтит просто. Они вот через... Стонг есть прожат. Сейчас бомба в Лордарии, он в рейдже начинает бить по вараку, как бы это ни было ошибкой. Дуза начинает наваливать. Земелеет. Дуза. Должны забирать Фату. Фата погибает. 33-й не успевает отпрыгнуть, но он под лотосом. Его все-таки не бьют. Пытаются здесь доделать мега-крипов. Умер Виха. Имп. Тос на команду. Фата байбекается, вернется обратно. Миракл! Последний барак добивает. Да, будут мега-крипы, но Медуза может играть с этими мега-крипами. Только сели. Заливают здесь на майнд-контрола. БКБ у него заканчивается. Он должен отсюда успеть убежать, но Линк думает по-другому. Эволанч есть. Миракла. Тосует на Ника Бэби, а тут еще и дизраптор ультимативный. Чуть-чуть не успели закрыть. Есть рейдж. Дэмэдж. Улетел он отсюда. Вау.
сделали такие мега-крипов, и не так, чтобы прям много ресурсов отдали на это Нигма. Есть деньги на Муншард, мега-крипы у Нигмы. 25-й левел, кстати, он еще пока не изучил Солок, ничего. Солок, уроки, гоняет дузу с рапирой, ты ничего не перепутал. Он махасте. Он спейсит, там инфестбомба, майн-контроль подбегает, и как далеко, лимп слева. Снэпфайр снизу. Хаскина хотят забрать. Все. На паучьих лапах ничего не вышло, Миркл выходит под рейджом на 33-го. Айсбласт еще минус пока в кулдауне. Минус майн-контроль. 33-й. Пошли дальше на Нет, рейджа 10 секунд, ловит Миркла. Ой-ой-ой, Миракл, Миракл в очень щекотливой ситуации. Нигма сами побежали. Они понимают, что там мега-крипы, но тем не менее, все очень опасно. Миракл погибает. Что же вы там делаете? Вас могут Кура, просто потискушить патрону. Куро, еще один удар. Куро тоже погибает. Минус 4 в общей сложности. Байбеки есть. Есть 3 байбека. Но там. Но у лайфстилера нет байбека, 1500 золота. Дискорд. Да байбек, что ли, пошел договариваться. Нет байбека у Скай, Скай живой, у Скай есть хекс. Все остальные, в принципе, готовы дефать, но лайфстилеру не хватает 1500 золота. Он хочет еще одну рапиру взять. Взял талант на плюс 1000 маны, еще одна рапира и поехали. В какой ужасной позиции начали этот файт у нас альянсы, они просто вбежали. Лайфстилер чуть-чуть опоздал вообще. Не, точнее, Нигма, тут не было ни Тини, тут не было ни Снэпфайра, они типа 5-3 бежали. Это правда. Ну, Нигма... Это Нигма 4 тут... в 3 при мертвом White Spirit. Из-за того, что они сделали мега-крипов, немножечко, скажем, были пьянены своей мощью, что ли, или своей позицией, но по факту вы играете против Медузы, которая этих мега-крипов может дефать ого-го сколько. И сейчас вас, из вас вытрясут Летит байбеки. Летит вторая рапира, Дузе дали, что там за шмоточку? Иллюзию дополнительную. Да, вторая рапира и это All in Throne. Я думаю, что... Не, ну тут надо перекладывать себе обратно, наверное, нет? Или все-таки... Минус армор ему не надо? Ну ладно. Orb of Destruction вообще смотрится очень сильно. Есть один байбек, есть это еще Apparition. Один байбек. Ой, дузу вдвоем кто сразу. Пытаются, да. Ее никто не форстафит. Там лотус. Айсбласт, кстати, попадет сейчас, нет? Нет, под хвосту могла бы чуть-чуть зацепить. Дузу вернулась здесь. Так, Repair Kit, неважно, две рапиры. 40 секунд не байбекается. Они понимают, что нет байбека, похожего лайфстиллера, и пойдут трон. Да, да тут... ладно, это те самые Alliance, которые пятую карту берут. Нет, тут будет бой. Тут враг так просто не отдадут, естественно. Один байбек есть у Вихи. Прожимается глиф, еще один репайр кит. Трон здесь так просто не отдадут. База, между прочим, падает. Там трон падает. Там просто у Альянс падает трон. Им деваться некуда, им нужно просто ломать вражеский Сейчас трон. Сейчас лайфстиллер может купить тревела и полететь с дезолятора туда там ломать бабка, бабка пытается дефать мега-крипов под БКБ Ника Бэби. БКБ потрачено сейчас. А что будет на драку? Бьет трон. Хватит демонджа, чтобы снести этот трон. Все врезаются в трон. Да ладно! Айсбласт пошел! Трон! Да ломают! Форстапается! Да ладно! Пайк на трон! Да ладно! Да ты что, ультракиллы? Трон падает! Они все умерли по АОЕ! Вот это развязка! Боже мой! Что произошло? Альянс едут на минор в Киев. А Нигма, к сожалению, в одном шаге. Это было так обидно. Они пошли, залили на ровном месте. Они не ожидали такого. Мега-крипы уже оккупировали трон. Там Фата пошел дефать. Там в Фате сложились крипы по тычке. У него там столб здоровья вот так, потом вот так. Он понимает, что все плохо. Говорит, ребята, давайте в бой. Вот это да. Комментировать хайлайты мы, думаю, мы наверное, посидим молча, да, вы просто посмотрите. Это сумасшествие, а не игра. Пятая решающая карта. Просто загляденье. Тут, конечно... Вот здесь философский камень, кстати, был выбит, я заметил. Mm-hmm. И Медуза с Плышом его убила, не заметила, забрали Нигму второй философский камень. Ну что, тут... На эти мелочи мы уже внимание можем не обращать. Ну да, дождемся последний файт, посмотрим его. Самый вот этот вот... На троне. Притом, там еще был байбек у Вихи, но он его даже не успел прожать. Он погиб и не успел прожать свой байбек, вернулся обратно. Вот это ранее нажатая БКБ в трон. Я думаю, уже Дуза не справится. Раз рапирка. В нее вгрызаются, она на пике сквозь трон на ту половину трона. Там. С той стороны по АОЕ настреляла с двумя рапирами ультракилл. Ну, молодцы, Альянс. Оба коллектива более чем достойные. Кто-то один, к сожалению, попадет на минор. Слот был у ребят только один, поэтому побеждает сильнейший, как ни говори. Медуза в пятой карте. Классика. Да.
Тут были ситуации, где Нигма... Ну, блин, Нигмы сделали мега-крипов. Они уже были, наверное, уверены в своей победе. Что уже вот, ну, вот никак они не смогут создать такую ситуацию, в которой вот подобное произойдет. А Альянс не отчаивались, играли до конца. То есть тоже, ну, тоже стоит отдать должное. Когда у тебя Медуза срапирует, ты тоже никогда не хочешь сдаваться. Это правда, это правда. Даже с мега-крипами можно играть. Тут у нас вот, вот этот тот самый момент, где, конечно, произошло то, что не хотелось бы, чтобы произошло. Ну, фанатам, как минимум, Нигмы так точно. Кура тоже пара тычек погибает. Ну и все. Тут прямой ход на вот трон. Последний файт Медуза в лотусе, смотри. Майн-контроль. Прожимает БКБ еще на вышку заранее. То есть... Миракл еще мертв. Это он с Лардер. Просто с Лардер. Посмотри на ХП с Лардер. Он прожимает сыр. Дожидается. Хекс повесили. Мистик Флэр. Айсбласт. Все вообще туда залетает. Лотусом подсейвили. Форснули. Я на с другой стороны показываю. И она тычкой убивает. Всех, просто всех там сметает. И еще при этом сметает трон параллельно. Оу-оу-оу. Полегче. Сейчас посмотрим дэмэдж и будем заканчивать. Нам сегодня выдался серьезный денечек. Да, великолепный день. Нигма сыграла две карты в нижней сетке, прошла в финал, ну, в гранд-финал. Да. Сыграла 5 карт на 7-й карте. Не казалось, что они выдохлись, то есть реально. Нет, они были все готовы. Все было бодро. Это вот просто, ну, немножко не подрасчитали. Ну, байбек должен был быть на лайфстиллере, его не было. И с ним они, ну, с отсутствием байбека все-таки пошли. Тут справедливости ради стоит еще все-таки эту ошибочку заметить. Не хочется омрачать разговорами о ошибках, но именно эта фатальная ошибка, в принципе, лишила их возможности поехать на минор. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тоже верно. Нет, они, безусловно, большие молодцы. Огромный респект вообще, в принципе, всем командам на европейской квалификации, потому что все матчи были загляденье. Гранд-финал был более чем. В СНГ тоже 5 карт. В СНГ тоже 5 карт. Форс там, да? Ладно, спасибо, что смотрели. Мы с Араном заканчиваем эту свою работу, но можете далеко не расходиться. Впереди еще Америка. Да, да, еще будут другие регионы, поэтому на Первом канале, я думаю, они будут перепрыгивать и туда. Ну а мы свою работу заканчиваем. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами работали Версута и ПГГ. Всем удачи, не болейте. Пока.